как она их получила, это вот вопрос в плане обсуждаемой сегодня нами темы. В том числе и такие вопросы, как уплата или неуплата налогов. Мы с вами обсуждали в свое время, да? Значит, совсем недавно, что и ваша компания, допустим, у нее, может быть, именно поэтому в налоговую академию 4-5 человек идут. Скажем так, олигархи и другие, которые присутствовали в зале, все от страха, так сказать.